Галиевская мечеть в самом центре Казани. Традиционно здесь пройдет главное богослужение в республике. Уже через считанные часы сюда соберутся верующие на гаит-намаз. К празднику здесь уже все готово. Не только внутри, красиво и чисто и снаружи. С 6:30 утра начнут читать аяты Корана, в 7 часов гаит-вагаз. Праздничный намаз начнется в 7:30 утра. Традиционно его в Галиевской мечети посещает руководство республики. Главное богослужение смогут увидеть зрители ТНВ и ТНВ «Планета». Наш телеканал будет вести прямую трансляцию из Галиевской мечети. Аллаху акбар! Аллаху акбар! В Казани по случаю праздника общественный транспорт начнет работать с 5 утра. Это все маршруты, которые проходят через мечети города. В селах Татарстана праздничный намаз пройдет через полчаса после восхода солнца. Ураза гаите. В каждом доме готовят вкусное. Пока мужчины будут в мечетях, женщины начнут готовить праздничный стол. В Ураза-Байрам традиционно пекут оладьи. Это вкус детства, говорит Резида Хусаинова. Она соблюдает эту традицию уже много лет. Ураза-Байрам для нас – это очень важный праздник. Обязательно должна выйти запах сковородки, говорят уж у нас у татары так говорят. Мы же целый месяц держали уразу. Чтобы это все сбылось, Аллах Тагля приняла это все от нас. Для верующих этот день важно провести с семьей. Для многих Ураза-Байрам – это еще один повод для сплочения. В праздник принято поздравлять друг друга с окончанием священного месяца, ходить в гости и вместе проводить время. Это день пятницы, да, когда два праздника пришлось на один день. И мы в нашей мечети Гайля после джума-намаза, то есть 12:30, мы приглашаем вас всех на семейный праздник отцов, жен, детей, где для детей будет своя программа, где будут батуты, будут паровозики. А для взрослых будет своя программа. На детские и семейные праздники ждут также в мечетях Ахмад-Заки, Гадель, Ислам, Салях, Рахматулла, Туан-Аулам, Ахтам, Рамазан. Здесь запланированы развлекательная программа, бесплатные мастер-классы, творческие локации. В Старо-Татарской Слободе на улице Каюма-Насыри казанцев ждет Рамазан-фест, концерт, кулинарное шоу, выставка ремесленников, народные игры и многое другое. Начало в 15:00. Вероника Гайнудинова, Игорь Романов, ТНВ, Казань.